Пекин и Белград объявили о начале реализации соглашения о свободной торговле. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал также договор о расширении партнерства с Сербией во время своей первой за 5 лет поездки в Европу. Это партнерство еще больше укрепляет связи между Китаем и его давним европейским союзником Сербией. Торговля с Народной Республикой Кином – это договор, который гарантирует будущность нашей земли, Республики Сербии. Гарантирует пластман наших роба и услуга. И 10 година мы ćemo готово 95% производа, кое направимо, кое произведем у нашей земли, мочи да извозим у Народную Республику Кину без никаких тарифа. 两国政治互信坚如磐石务实合作体制升级多边协调密切顺畅铁杆友谊. Сербия является кандидатом в члены ЕС. Ее шаг рассматривается как пощечина Брюсселю, поскольку блок изучает возможность введения тарифов на китайские электромобили для защиты собственного рынка. Электромобили станут основой стратегии расширения Китая в Сербии, но связи между этими двумя странами простираются гораздо дальше. Now, between China and Serbia, as I mentioned, we share many things together. We see the world very much in similar lenses, and we fully understand the need of respecting each other, helping each other whenever it is necessary. If you do not treat China as an equal, if you really want to badmouth China, to disrespect China, and to violate the One China policy, then you do not get all these economic benefits, and you erode the foundation upon China-European countries' cooperation. Европейское турне Си Цзиньпина завершается в Венгрии, еще одной европейской стране, которая пытается привлечь крупные инвестиции из Китая, особенно в инфраструктуру, производство, энергетику и технологии.